Сегодня я покажу, как делаю горшочки для рассады из подручных материалов. В моем случае это обрезки обоев, которые остались после ремонта. Собственно говоря, тара, по которой мы будем придавать форму нашим горшочкам, степлер и скобы. Затем заполняем наши сформированные стаканы на 1/3 грунта и между собой мы скрепляем их степлером для дополнительной прочности и придания более правильной формы. В одном направлении а затем переворачиваем и в другом направлении. Теперь ваши стаканы приняли правильную форму и готовы для посадки вашей рассады, либо для пикировки рассады. До новых встреч!